И снова всем привет, друзья! Вы на канале УНБС. Сегодня будет такое видео, немножко отвлеченное по теме, но все же важное. Все... Скоро зима, уже дни, все короче и короче, все темнее и темнее. Но не у всех фары светят хорошо, несмотря на то, что вроде бы у вас как и стекла фары отличные. Но фар желтый, не очень красивый. Есть решение этой проблемы. То есть мы приобрели вот такие вот лампочки. Новый вид лампочки, еще называют лед. Вот так вот выглядит упаковочка. Здесь имеется кулер, то есть остужает лампочку. Ну, я не знаю, зачем остужать, она не так сильно и греется. Данная лампочка H1, у меня именно такие, но на сайте вы увидите, там их куча разных, какая вам нужна, H1, да? Вы увидите, какая вам нужна, такую и возьмете. То есть маленький диодик, у меня вообще он как бы вызывал смех, я не думал, что он вообще что-то светит, но чуть позже я вам покажу видео, где мы поставили одну лампочку такую, одну оставили, светят они очень хорошо. Ну, как устанавливать их, это я потом покажу на втором канале. Ну вот, ребята, немножко не отрегулированы фары, но я думаю, видно. Вот слева у нас обычная фара, то есть галогенка. Справа вот этот лед. Немножко, конечно, не отрегулированы, но разница, ребята, ощутимая. Светят лампы просто шикарно, глаза отдыхают, цвет не желтый, а именно белый, такой немножко синевой, очень хорошо видно разметку, да и вообще глаза не напрягаются. Лично я поставил на ближний свет, так на нем все равно чаще ездишь, да? Ну, дальний у меня, если честно, что ближе, что дальний. Так что на ближнем свете разница есть, она ощутима, как вы видите. Мне понравилось. И еще, во-первых, лампочки энергосберегающие. И еще вот такие вот лампы. Это идет вот такая вот лампа, тоже будем ее устанавливать, как ярко она светит, пока не можем оценить, но чуть позже сделаем видео, где мы ее установим, возможно, будем делать это на втором канале, и там вы сможете оценить работу этой лампы. Лампа увесистая, выглядит внушительно. На вид сделано качественно. Не знаю, сколько она горит, ребята, но посмотрим. То есть регулировки хорошие здесь, а также идут провода. Не пойму, лампочка вроде ну, не такая, она не галогенка, но почему-то стоит на нее... А, да, вот реле. Реле обычно что-то мощное. Какие-то еще вот здесь, ну это предохранитель, я понял. Лампочка включения в машине. Ну, такая вот штука. Я не знаю, как обстоят дела с гаишниками насчет вот этих светодиодных ламп. Ну, светят они явно хорошо. Я бы не сказал, что на встречке режет глаза. То есть я вчера ездил с одним глазом, да. И, ну, по крайней мере, не моргали мне фарами. А как с ГАИ обстоят, не знаю. Это узнавайте сами. То есть техосмотр, понятно, в России можно и так пройти. У нас можно фары поменял на это, вернее, лампочки. Прошел техосмотр, езди. Особо не тормозят за эти лампочки. Проезжал и посты вчера. Но светит хорошо, достойно, мне нравится. Ну, а эти чуть позже мы установим. Я покажу, как они работают. Потому что там что-то дохера подсоединять. Все ссылочки, то есть на лампочки, вы можете увидеть в описании под видео. Переходите, может, кому нравится, покупайте. Ну, а еще один обзор ждите на втором канале, на канале УНБС Лайф. На сегодня все. Всем пока.